Ребята, серебряные ложки найдены в Мельхиоре. 875-я проба, звезда, Советский Союз, вот это все бла-бла-бла. Вон, смотри, проба. Грязненькие, грязненькие. Валялись они на кухне у одного приятного дедушки. Сейчас я тебе их взвешу, покажу, сколько они весят, и выставлю в продажу. Да, тебе придется их почистить, конечно, отполировать, и все, будешь чай хлыскать. Так, смотри. А, не видно. 75 грамм. Видишь? 75 грамм серебра 875 пробы. 3 чайные ложечки. У меня в продаже.